Здрасте. Да, по уговору я должен сейчас убивать вашего мужа. Тогда почему вы здесь? Убивать нехорошо. Но вы же киллер. С недостатками. Можно ли это назвать изменой? Ну, наверное. Вот вечно мне не везет. Я что, лох? Нет? Лохушка, не пружка? Будет и на твоей улице праздник. Ну и реакция. Ну и резинок. Ты меня прям сразила. Официант, а можно... Друг, у меня свидание с отличной девчонкой. Давай не сегодня. Ты что, аудиокнижку дочитывал? Нет, извини. Типа одного на парковке убивал. Ясно, понимаю. Да кто станет убивать нашего человека на людях? Средство от его головы. Он у тебя прям секси-человек дождя. Спасибо. Вы работаете на ФБР, и у вас новое задание. В прошлом он один из самых известных наемных убийц. Уволился? Хуже. Отрастил себе совесть. Он сказал, что убил человека на парковке. Я думала, пошутил. Люди нанимают его и сейчас, но он их убивает. Убивает своих нанимателей. Он что, мертвый? Нет, в обмороке. Это твое киллерство, наоборот, меня... Сшибает, знаю. Ты вроде классный, а с другой стороны людей убиваешь. Он, значит, суперубийственный убивец, так? Шмаляешь и все. У Нариков из Бруклина стволы и то лучше. Уходим скорее. Жить буду. Ты такой клевый. Бежим! Кажется, я втрескалась, как дура. Да, она самая. Слушай, я даже имени его не знаю. Мужчина мечты. Да, годится. Bang, bang.